Вот такой маленький блендер на 1200 миллилитров. Вот будет два банана. Вот это считается спелые бананы. Они должны быть желтые, такую черную крапинку, типа как тигра. О, кошка пришла. Кошка просится на улицу. Значит, надо ее выпустить. Давайте ее выпустим. Кола, 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 кола. Кс-кс-кс. Иди гулять. Кола. Ну, сейчас. Смотрите. Ну, через гараж. Кола. Кола. Кс-к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 с. Ну давай, где ты там? Кола. Давай, иди гуляй. Иди. Ну. Сейчас дверь закроется там в гараже. Ну давай. Ладно, не будем ждать. Вернемся к нашему коктейлю. Вот. И два будет таких яблока. Одно зеленое, другое зеленое-красное. Кстати, говорят, что яблоки отличаются тоже в зеленых. Зеленые и красные. Своим, ну как сказать, составом, что в одном что-то есть там типа железо, а в этом есть что-то другое. И будет еще добавочное, как уплотнитель, это вот зерно, пшеница, прожжённая пшеница. Вот такая вот она. Вот проростки. Сейчас фокусируется. О. Вот такие вот проростки пшеницы. Проращивать ее очень просто. Просто вот насыпаю в такую тарелку. Вот. Достаточно неглубокую. Насыпаю сюда пшеницу. Потом заливаем ее водой. Она час-два набухает. Воды впитывается, а воду лишнюю сливаем всю. И оставляем просто мокрое зерно. Без воды, вот там на дне вообще нету. Просто вот намочилась, час-два постояла, воду слили, на вот сколько набрала, столько набрала. И потом утром и вечером просто в дуршлаге, в таком дуршлаге просто промываем по струе воды. Из крана у нас, так как мы живем за городом, течет не водопроводная вода, а сразу со скважины, то бишь с глубины 5-6 метров. Поэтому ее, в принципе, можно сразу использовать напрямую, без фильтров, без ничего. Вот. И промываем и обратно сюда насыпаем. Ну, и еще туда пойдет вот у нас такой вот зелень. Такая вот зелень. В данном случае будет вот такая вот молодая свекла, вот, с маленьким хвостиком, прям целиком пойдет. Ну, ее помою, и все. Много не буду ее туда. Ну, может, еще листья редиски добавлю, поскольку вот эта вся зелень, это большой источник витаминов, поскольку растение, когда растет, оно берет все микро-макроэлементы из почвы, то бишь там половина таблицы Менделеева, и не надо никаких пить там синтетических витаминов для улучшения, повышения там авитаминоза или еще чего-то. Просто вот чистая зелень, натурпродукт. Ну все, буду делать как-то.